Эй, привет, сидящий там зритель. Да, стыдно признаться, но этот тип, я. Это мама, она любит заниматься ничем. А это папа, я не знаю, кем он работает. Нет-нет, не думаю, что сценарист ленив и не придумал ему нормальную работу. Просто он работает на правительство, и он занимается там чем-то очень секретным. Даже мама не знает, что делает там папа. Хотя, если так подумать, она и не спросила его. О, какое же прекрасное место. Да, милый, и вправду прекрасное. Ненавижу это место. Здесь не ловит интернет. Боже мой, как же я устал. Да, милый, сегодня ты и вправду много работал. Эй, Ром, иди сюда. Сынок, папа очень устал, а живот просто требует пива. Я видел на пути магазинчик. Он недалеко. Иди прямо, а потом налево, стоп, или направо. Ну, короче, магазин там. Иди, ты найдешь, я не сомневаюсь. Ну и лентяй. Ты прав, милый, он ленив. Не понимаю, как у нас мог получиться такой. И где тут мне искать магазин? Эй, привет. Не иди туда, это проклятое место. Мне уже 15. Мне не напугать старыми страшилками. Оттуда нет обратного пути. Ага, знаю. Не похож на магазин. Ау. Есть кто? Ого, какой крутой меч. А что это за циферки? Эй, не помню, что здесь была дверь.